Всем привет! С вами СТИВПРО, и сегодня я покажу вам карту на быструю постройку для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этой карты и мода в вашем Майнкрафте сможете проверить свой ум. Ну что ж, да, это и правда такая карта, которая маленько вас развеселит. Может быть, а может быть нет. Ну что ж, во-первых, мы должны выбрать наш режим, мультиплеер или одиночная игра. Ну знаешь, сейчас время, это будет одиночная игра. Дальше мы идем, и что же мы можем заметить? А мы можем заметить сундук. Это вот такой магазин, который вам будет доступен по мере прохождения этой карты. Ну что ж, нажимаем на кнопку play, надеюсь, все готовы. И что ж, и опять же, чтобы начать уровень, нам понадобится нажать старт. И здесь мы будем повторять постройки, которые нам будут показывать всего лишь на несколько секунд. Так, это у нас портал Вент, Эндермир, так, вспоминаем. Так, середина, это самая легкая, ну и по идее, это самое легкое, наверное, что здесь есть. Так, все, я запомнил. И теперь мы по-быстренькому собираем все эти блоки, которые нам дал или дала карта. Так, 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 так. Что ж, все, я готов. Так, да, в середине примерно так было, как крест. Вот так. Я уже забываю, что там было, но время, оно, кстати, на исходе. То есть, опять же, вам нужно за время построить все это. Да, ограниченное время, но мне кажется, это вообще невозможно, потому что есть очень большие постройки, которые за короткое время невозможно построить. Но если у вас очень хорошая запоминалка, да, и вправду это так, то вы сможете быстро построить все эти блоки. И да, кстати, с помощью вот этой желтой палочки инфинита вы сможете с легкостью разрушать вот эти блоки, и которые будут вам дропаться в ваш инвентарь. Да, я уже не успею, ну... И я не успел, но нам осталось всего лишь набрать 7 баллов, да, для прохождения этой карты. Ну что ж, давайте повторно повторим нашу карту. И, кстати, если вы будете проходить... Если вы будете набирать очки прямо сразу, то у вас будет продолжаться игра. Так, это у нас типа какой-то кубик, на котором изображено лицо. Ну, может быть, это не лицо, но я представляю, что это какое-то лицо. Так, у меня были маленькие лаги, которые вы сейчас могли видеть на экранах, но это ничего. Так, по-быстренькому собираем все. И что ж, я... Так, вроде было вот так, но 100% я не успею это сделать, потому что это очень-очень долго делать, да, я вас уверяю. Так, ну вы сможете испытать это все, скачав карту и мод в описании. Да, все находится в описании. Наверное, все уже знают, что все моды и ссылки находятся только в описании. Так, время уже наполовину. Ну как же я не успею, друзья, это просто невозможно. Я уже допустил там ошибку, я уже видел, но я уже ничего не смогу сделать. Так, здесь вроде был нос. Так, так, если не ошибаюсь. Так, вот тут белая шерсть, и я просто уже не успеваю. Да, 0 очков из 98 очков. Да, ребята, это рекорд, друзья, это просто рекорд. И давайте, если вы хотите, чтобы я проходил эту карту, давайте пишите в комментарии. Но, как видите, нам пока что магазин еще не доступен, потому что мы не прошли ни одну постройку. Вот. Ну что ж, карта прикольная, но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.